Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале IT-Доктор. Давайте приступим к видеоуроку. В одном из предыдущих видеоуроков мы установили плагин, который позволяет нам ориентироваться во вложенности кода. У нас появились вот такие вот линии, которые показывают иерархичность тегов в документе. Давайте теперь зайдем в менеджер расширений, перейдем в панель по умолчанию, найдем плагин Code Folding и активируем его, если он у вас не активен, или же если его здесь у вас нет, напишем код Folding и установим его. После того, как вы его установили либо активировали, у вас появятся такие стрелочки слева, которые позволят нам сворачивать теги, тем самым уменьшая количество занимаемого места в документе. Например, мы можем свернуть вот здесь, и мы видим, что элементы сворачиваются внутрь. Мы можем сворачивать и разворачивать элементы для того, чтобы они не занимали у нас много места на экране, тем самым нам будет намного удобнее работать. Надеюсь, данный плагин был вам полезен. Ставьте его и используйте. До новых встреч в следующих видео. Не забывайте также подписываться на канал, ставьте лайки этому видео, пишите комментарии и переходите к следующему видеоуроку. Спасибо за внимание и до новых встреч!